Хотел бы я помочь Доку. Может, позвонить Гарри? Попросить его поговорить с отцом? Нет. Норман никогда не слушает Гарри. Даже пытался лишить финансирования его станции. Эй, одна из станций совсем близко. Надо узнать, как там дела, пока Гарри в Европе. Должен быть способ помочь Доку. Я что-нибудь придумаю. Гарри рассказал мне о них, прежде чем уехал в Европу. Пит, нужна услуга. Любимым проектом моей мамы всегда были городские научные станции. Я запустил их, но сейчас я далеко. А Скорб хочет закрыть их якобы из-за ненужности. Может, присмотришь за ними? Я в каждой оставил сообщение. Спасибо. Пока они есть в городе, в нем есть и частичка моей мамы. Еще пара станций сообщают о загрязнении воздуха. Приму меры, пока они не достигли, как это говорится, первого класса опасности. Может, Аскорб против этих станций, потому что сами превышают уровень загрязнения? В воздухе опасно много полициклических углеводородов. И их все больше. Если так и дальше пойдет, будут смерти. Частицы собираются в точках концентрации. Получаются сгустки дыма. Прыгну сквозь такое облачко и соберу нужные пробы. Это гадко, но нужно прыгнуть прямо в эти облачка. Облачка видно невооруженным глазом. Значит, уровень токсинов зашкаливает. И готово! Взял отличные пробы. Ну, отличные пробы ужасной гадости. Вот оно! Будто дышу через выхлопную трубу! Я могу перепугать этих людей, но им не привыкать. Ха. Токсин вырабатывают две модели машин и сломанный дымоход. Сделаю фотки. Мой лучший портрет дымохода. Здесь хороший свет. Отлично. Вышлю в департамент охраны окружающей среды. Может, на День Земли сделать костюм зеленого паука? Станция Гарри спасла многих горожан от отравления. Как теперь Аскорб докажет, что они бесполезны? Человек-паук. Шокер сбежал. Сейчас грабит банк на углу Ист и 31-й. Что случилось? Он вроде был в тюрьме. Был. Но один охранник выпустил его из камеры и отдал ему его костюм. Я знал, что Шокер на кого-то работает. Что сказал охранник? Я бы с ним поговорила, но он помер. Тот, кто вытащил Шокера, следов не оставляет. Черт!
Я посмотрела запись, охранник был словно в трансе. Может, это эффект освещения, но у него глаза будто светились. Жуткое дело. Приду в банк, постараюсь что-нибудь вытащить из шокера. Решила узнать больше про демонов. Похоже, они втихаря заняли вакуум, оставшийся после Фиска. Вакуум, который создал я, когда убрал Фиска. Джеймсон прав. Демоны — моя вина. А что тебе было делать? Позволить Фиску и дальше играть в крестного отца? У тебя все хорошо. Голос какой-то унылый. Похоже, я только что лишился работы. Город, точнее Норман, срезал финансирование. Убит. Мне жаль. Будь Гарри здесь, он смог бы уговорить отца. Вы найдете другой источник средств. Ваша работа слишком важна. Спасибо, МЖ. До связи. Герман, как поживаешь? Эй, я не юрист, но ты не нарушил условия УДО? Упс, кажется, мы здесь застряли. Ну что, сыграем в города? Нет, поборемся на пальцах. Ладно, бьем по морде. Ого, у тебя теперь цифровые наручи, да? Будь по-твоему, хочешь подраться? Давай драться! Скорее бы вернуть тебя в тюрьму, поболтать о науке. Помнишь первый бой? Я молодой и глупый. Ты просто глупый. Много болтаешь. Это твоя точка зрения. Разве уже есть стандарты, сколько человеку можно болтать? А каково идеальное соотношение болтовни и не болтовни? Да, а вот теперь можно врезать. Зачем тебе это, Герман? Потому что иначе они меня убьют! Не дергайся! Простить-то надо! Вежливо! Сейчас все будет! Раскайся, и я помогу! Ты правда хочешь помочь? Тогда не мешай мне грабить! Нет, так не пойдет! Люди в банки уже не ходят. Тебе повезло, что тут есть наличка. Если хочешь грабить банки, иди на биржу. Это самый сок. Стой, 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 стой! А, нет! А, ну уже, Герман! Скажи, на кого работаешь, и я правда все устрою. Если проболтают, мне крышка. Это они четко сказали. Герман, ты меня пугаешь! Ты же не боишься людей! Не знаю, люди ли они! Под масками может быть что угодно! Стой! Ты сказал маски? Эти парни в масках! Зачем им деньги? Не знаю! Мне плевать! Закончу работу и свалю!
будет больно. Сдавайся, и мы тебя защитим! Нет, тут! Ты их не видел, а я да! Ты ублюдок! Даю последний шанс! Слушай, я серьезно! Стой на месте! Ладно, я пошутил. Сейчас твой последний шанс. Серьезно. Прости, Герман. Ты сам виноват. Честно. Он был очень сильно напуган. Эти демоны теперь объявились повсюду. Ладно, Юрий, шокер твой. Отлично. На плато его ждет особая камера. Оттуда он уже точно не сбежит. И я почти уверен, что он работал на банду демонов. Банда демонов? Заголовок для Daily Bugle. Эй! Бьюгл — совершенно нормальное новостное издание! Я бы так не сказала. Говорят, у них есть очень хорошие репортеры. А у тебя есть другие отчеты о демонах? О людях в масках? Я тебе перезвоню. Кстати, там в банке ты сильно все разворотил? Тебе не понравится ответ. Зря я спросила. Драка с Шокером была долгой. Пора узнать, что новенького в городе. Сообщение от Дока. Питер, возможно, я поспешил с советом искать новую работу. У меня есть план. Дай мне немного времени. Возможно, мы еще поизобретаем. Неудержимый вот так, Тавис. Супер новость. Надеюсь, план сработает. Привет. Я порылась в отчетах о демонах. Знал, что ты мне поверишь. Они славно потрудились ночью. Уничтожали имущество Фиска. Охотятся за Фиском? Черт! Ты думаешь о том же? Война между бандами? Попробуем мыслить наперед. У Фиска есть что-то, что сегодня еще не тронули? Сейчас посмотрим. Вот. В одном из его портов, в Портсайде, что-то происходит. Спасибо, Юрий. Я проверю. Слушай, Юрий, а есть мысли, зачем Фиску этот порт? Никаких. Тебя встретит там мой офицер. Джефферсон Дэвис, это его участок. Он хороший коп и давно работает над делом Фиска. Вряд ли кто-то знает про этот порт больше, чем он.